20 копеек, 1957 год. На реверсе в центре восьмиугольный щит. На нем указан номинал монеты, цифра 20, под ней надпись «КОП». Под щитом год чеканки 1957. Слева и справа от щита дубовые листья с желудем, смотрящим вниз слева и смотрящим вверх справа. Над щитом пшеничный колос. На аверсе герб СССР образца 1956 года. С 15 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик. Между колосьев на фоне лучей восходящего солнца и планеты, размечены параллелями и меридианами, скрещенные серп и молот. Над ними пятиконечная звезда. Под гербом полукругом прописана аббревиатура государства, надпись СССР. Гурт рубчатый, монета из мельхиора, весом 3,6 грамма, диаметром 21,8 миллиметра, толщиной 1,4 миллиметра. Чеканилась на Ленинградском монетном дворе, тиражом предположительно 216 миллионов 950 тысяч. Средняя цена 50 рублей.